Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Battle Simulator Warfare. Поехали. Play. Так, смотри-ка, это, видимо, наша армия. А тут какой-то, фига себе, чувачок. Ё-моё, это трансформеры, точно. Смотри, что происходит. Они его бомбят. Неужели он всех уничтожит? Суперсила какая-то. И... что? Мы с тобой в прошлое летим. Зашибись. Окей. Там уже, кстати, один стоит такой же. Увиделись. Вот оно как. 2 против 2. Давай посмотрим. В принципе, у всех шансы одинаковые, потому что мы вроде бы как одинаковые. Но почему-то мы выигрываем здесь. Отлично. 150 монеточек. Следующий поединок. Так, мы с тобой открыли саблезубого тигра. Что-то нам тут показывает. Не могу понять. Надо посмотреть, есть вообще тут перевод по-русски или нет. Так, открой, говорит. Открыл. Открой другую карточку, если захочешь, за 311 монет. Но у меня нету столько денег, поэтому я соглашаюсь именно с этой карточкой. Ох. У них 3 пещерника, а у нас с тобой 2 пещерника плюс саблезубый тигр. Так что преимущество должно быть на нашей стороне. Я надеюсь на это. Есть. Причем он быстро бегает. Слушай, да тьфу. Разорвали и не поморщились. Так, умножение на 3 монеток. Слушай, я думаю, стоит сделать это. Итого 630 монет мы заработали. Ох ты. Кавеман Арчер. То есть нам выпадает лучник с тобой. Так, если мы с... если мы соединяем с тобой 2 одинаковых, то получаем продвинутого. Ну-ка. Точно. 2-звездочный у меня теперь. Ха, ну, мне нужно еще, наверное, кого-то взять. Да, вот он, лучник. Вот он, наш лучник. Давай-ка я его поставлю, наверное, вот сюда, назад. Здесь где-нибудь есть... Так, это не то. То есть я пока не вижу, ребята... нашего меню. Ну, ты сам понимаешь, да? Где у нас все-таки привязать игру к нашему аккаунту и тому подобное. То есть настройки я не вижу. Ладно, может быть, они попозже появятся. Давай-ка вот так мы сделаем. Поехали. Насколько у нас хорош лучник? Пока непонятно. Но мы выносим их. Мы выносим этих вражин. Причем довольно легко. Ох ты. Так, мы с тобой тут получаем что-то. А вот здесь, ребят, наверное, стоит улучшить. Но смотри-ка, у нас 30 кристаллов плюс 4500 монет. А, ну вот, наконец, у нас и появились настройки и все тому подобное. Так. Это не то. Слушайте, ребята, нету. Это у нас сбросить все. Это у нас вибрацию отключить. Понятно. Есть рулетка. Ну что, давай попробуем крутануть. Ага. Так, 2-звездочный лучник. То есть можно до 3 раз крутить рулетку через, естественно, рекламу. Понятно. Так, что у нас здесь? Так, это мы активировали или что? Непонятно пока. Ну а здесь, ну куда же без доната, ребята? Куда же без доната? Хотя, постой. То есть у нас нету, получается, в данный момент пока абсолютно ничего, да? Ну, карт тут прилично. Так, ну что, поехали тогда. Стой, подожди секундочку, поехали. За 100, нифига себе, друзья мои, мы можем взять вот этого вот слона. Но 100 гемов у нас нет, поэтому мы перебьемся пока. А здесь у нас что за свиточки такие? Видимо, мы будем с тобой побеждать и получать определенные награды. Ну, это типа анчивок. Я понял. Так, ну что, погнали тогда с тобой. Подожди, тут еще корона какая-то. Ладно, это нам не интересно. Батл. Конечно, батл. Давай. Нифига, это у нас кто так откинул? Тигр? Ну, наш саблезубый, да? Его отбросил просто назад. Или нет, или мне показалось. Дальше, дальше, конечно же, ребят. Так, слушай, мы же можем с тобой... Точно.
Окей. Еще. Так. А ценник-то растет, смотри, за каждую карточку. Ай-яй-яй-яй-яй. И еще один тигр. Так, смотри внимательно. Мы с тобой соединяем вот так. Двухзвездочный. У нас еще здесь есть. Он становится трехзвездочным. Я ставлю его назад. Также не забываем, у нас есть с тобой саблезубики. По-моему, это тоже второго уровня. А, нет. Это двух. Этот одна. Две и одна. Погнали. Да как щенков разобрали мы их. Так, здесь, я думаю, овчинка выделки не стоит. Слишком маленькая награда. Что тут у нас? Какую-то анчивку мы с тобой сделали или что? Точно. Ага, вот, вот таким вот образом мы с тобой доберемся вот до 100 карточек. Ёлк-макарёк, тут еще что-то закрыто у нас. На 20 уровне откроется. Ну что, погнали далее. Сундук, друзья мои, сундук. И 100 голды мы с вами получим, если пройдем этот уровень. Ага, у него лучники. Тебя умоляю. Они даже пикнуть не успели. Понимаешь? И вот здесь вот, наверное, все-таки не помешает нам улучшить. Ну, 900 монет. А в сундуке что? Давай посмотрим. Открыть, конечно, открыть. Обычный самый первобытный чувачок. Так. Что тут написано? Не надо. Не будем с тобой рисковать. Давай-ка просто пойдем с тобой тихонечко в атаку. Что? Ах ты, опять обычный. Где у нас обычный-то? Вот, а теперь вот с этим. Ну смотри, он уже какой, с бородой. Бывалый чувак. Просто бывалый. Не какой-нибудь там дрищ, а? У него и дубина-то. Просто в мясо. Офигеть, у него дубинка там прокачанная. Двигаемся дальше. Сразу же, сгоряча, бежим на следующий поединок, 8-й раунд. Эти лучники нам ничего не сделают. Естественно, что не сделают. Двигаемся далее. Погнали. Так, 130. Ну, это маленькая награда, 130, согласись. А врагов-то становится все больше, больше и больше, кстати, заметь. У них скоро будут все ячейки завалены, в отличие от меня. Ну, басики. Пока терплю, не улучшая, ребят, награду. Ждем супер-пуперской. Кстати, это... скоро откроется у нас второй уровень. Ты видел, да? Там второй уровень скоро будет. По шиям им всем, правильно. Прекрасно. Вот. Вот здесь уже улучшать стоит. Ну смотри, почти 5000 заработали. Я считаю, что это круто. Что-то у нас где-то здесь, я знаю, должно было открыться. Но пока не вижу. Бесплатно, 2600. Хочешь заработать бесплатно? Смотри рекламу. Такс. Бойцов 3 из 31. Ты еще не забывай, что у них разные модификации есть. Так что их как бы получается больше. Что-то моргает, моргает. Я не хочу смотреть ваш спин. А здесь? Открыл, да? Это сундук. 250 в час и 5 гиг. Вот оно что. Я думал, что это за... Это наш накопительный сундучок. Так я тебе скажу. Так, здесь у нас тоже что-то накопилось. 10 карточек. Так. Лучником с тобой получили. А здесь мы еще не дотянулись, да? Не дошли. Ладно, погнали. Мы переходим с тобой на вторую стадию. Там, кстати, еще видел, боссы, оказывается, будут впереди. Ну, давай. Отлично. Слушай, ну, вообще хорошо. Просто идеально идем. Дальше двигаемся. Вон, видишь тут? Ну, может быть, конечно, не босс, а... Какой-нибудь супер мощный противник, якобы, против нас. Так, 3 лучника у них. Давай, родной мой. Всех налево. Он один справляется со всеми здесь. Остальные даже просто не нужны. Давай двигаться. 13 уровень. Ну, что это такое? Мощный какой-то был, да? Красненький, мощненький.
Нет, двигаемся дальше. Я хочу посмотреть, что там за босяцкий у нас будет. Офигеть, у них сколько уже лукарей. Смотри. Но пока они даже ни одного моего персонажа не могут уничтожить. Так, здесь мы что-то с тобой получили. Так, стоп, а карточки-то что, не будут мне давать? Или здесь нужно все вот это вот заполнить? Хорошо, я постараюсь заполнить все, если так. Скоро босс, друзья, скоро босс. Два лучника. Не, вот этот лучник, конечно, крутой, прокачанный. Слушай, одного, по-моему, все-таки там кого-то у нас уничтожили. Босс, да, друзья мои, кто? Ох ты! Фига себе. Чего? Давай, родные мои, ну. Найс. Блин, мы уничтожили босяцкого. Ох ты. Слушай, ну тут шикарно. Так, ну что, двигаемся дальше. До сундучка, наверное, мы с тобой дойдем. Опа, смотри-ка, тут эпический кто-то. Блин, хочу, ребята, хочу. Хочу какого-нибудь эпического персонажа себе получить. Смотри, у нас саблезубые тигры просто рвут их. Вообще никаких претензий нету. Понимаешь? Никто даже не может против нас что-то сделать. Рвем как сосунков. Поехали. Какой бы он здесь ни сделал бы построение, пока у него не появится мощная армия, да? Хотя бы вот такие вот. Сделать они нам ничего не смогут. 600 монет. Так, скоро мы с тобой уничтожим 100 противников и нам дадут анчивку. А там... Ох! Ну тут... Тут, не знаю, ребят, тут слоны уши. Так, допустим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, ребята, где можно уже начинать фейлиться. Ты понял? Если у него слоны будут дальше, то... Выполнили, да? Так, погоди секунду. Да неужели? Это у нас... Мамонт. Вначале обычный, потом синий, потом фиолетовый. Будет со временем. И здесь мы с тобой что-то выполнили. Сундучок. Сундучок будет у нас скоро. Подожди, я мамонта забыл взять, ребята. Вот он. Вот. Так, а давай-ка посмотрим. Да что ты, блин, даешь мне обычного вшивенького лучника. Ай-яй-яй. Соединяем. Ох ты. Трехзвездочный саблезубый тигр. Такс, это уже интересно. Блин, этот мамонт... Мамонту не даю даже сделать хода, понимаешь? Он... Так, 700 монет плюс сундучок. Новый челлендж какой-то, ребята, у нас открылся. Вот он. Атака. Давай хоть проверим, что это за новый челлендж такой. Поехали. Блин, 4 слона, не кисло. Давай, родные мои. Минус. Так, мы можем с тобой еще, да, здесь. Странно, здесь у нас какие-то преграды. Саблезубых тигров у них много. Но мы все равно здесь выиграем. Ты сам смотри, что тут происходит. Да? Да. И эти лучники разбомбашили мы их в хламину. Повышается награда, я смотрю. Тут всего 5 поединков. То есть 5 поединков максимум. Я не знаю, откроется ли нам с тобой челлендж, который там внизу находится. Ты видел, да? Под этим поединком. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Давай, лучники. Подожди, а почему я этих лучников не соединил? В чем проблема-то? Забыл, Рэй, ты как всегда забыл все это сделать. Ну, естественно. Во-первых, заберем здесь. Сундук я так и не получаю. Теперь, где моя армия? Вот. Это все описывается. Ага. На каждом ранге у них... Ой. Ой. Вот. Оказывается, его можно... До какого... До 10 ранга, ребята, ты представляешь? До 10 ранга прокачивать можно бойцов.
Что-то я даже немножко прихренел, если честно. Так, сундучок этот скоро откроется. Подожди, а где моя армия, которую я могу скрещивать? Вот скажи ко мне на милость. Кстати, мы можем с тобой взять, вот если хочешь. Это ежедневная награда. То есть она каждый день меняется по ходу дела. Хорошо. Батл, конечно же, батл. А что мне эти первобытники сделали? Да ничего. Лопушки, мы их просто разносим в хлам, да и все. Так, двигаемся дальше. Вперед, только вперед. Так, секундочку. А, вот так вот, если мы с тобой делаем. Все, они автоматически, ребята, просто на автомате скрещиваются. Отлично. 22 уровень у нас. Да, конечно, сосунки. Господи, ну что тут, ну что тут. Лучники просто на пробивную шпарят и все. И никто против них ничего даже не сделает. Так, скоро очередной босяцкий будет. То, что они думают, у них если куча лучников, то они здесь будут рулить ситуацией. Это вряд ли, потому что мои лучники просто круче в разы, чем вражеские. Я не знаю, что здесь должно случиться, чтобы они хоть как-то меня выиграли. Может быть, только за счет босяцкого? Так, ну-ка. Да что ж ты будешь делать? Опять обычный первобытник. Самый обычный, самый первый, который, наверное, с легкостью отдуплится. Так, в принципе, и произошло. Да, выживает вот только вот этот. Но потому что у него, извините меня, 3 звезды. Естественно, здесь он и будет выживать. Но, возможно, со временем здесь все поменяется. Друзья мои, поменяется в любую секунду. Как только начнутся враги супер-пуперски идти, тогда мы запоем с тобой совсем другую песню. Ну? Ну, что ты бегаешь вокруг да около? Так, ну что, друзья мои, нам чуть-чуть осталось до босяцкого. Совсем немножечко. Давай, 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 этих слонов рвем, рвем в клочья. Тыч, лучников разбомбашили. Причем так легко и безмятежно. Ну что, босс, давай смотреть. Ух ты. Ух ты, это какой-то, ребята. Йоу. Он снес моего этого. Самого мощного. Нет, 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 ребята, это... Ты прикинь. Вот это он вжарил. Я не знаю, что делать нам. Как я его должен победить? Каким образом? Вот в чем проблема. Давай я возьму, наверное, вот так вот. Ага, мамонт. Мамонт. И, насколько я понимаю, я смогу его соединить. Этот мамонт, да? А здесь-то почему мы с тобой не допрошли? Кто мне скажет? Как-то мы с тобой забыли про вот это вот событие. На что я такое отключился? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, 2 слона, надо же было соединить в одного, скорее всего. Или оставить лучше так. Хм. О, нормально так деньжат. Так, друзья мои, знаете, в чем проблема? Что в последние вот моменты, когда я смотрю рекламу, я ее просматриваю, но деньги мне не начисляются. Меня почему-то выкидывает. Я не знаю, с чем это связано. Так, ну что, мы с тобой прошли или что нам нужно? Последний поединок, да, сыграть? То есть нету смысла тогда просматривать здесь рекламу. Раз тебе деньги не зачисляются, но ты ее все равно просматриваешь. Так что не будем смотреть, да и все. Никаких реклам, отлично. Нет уж, спасибо. Слушай, ну тут уже тоже 5 атак, но только уже за видосики. И на 40 уровне, а здесь... Все, я, короче, врубился, ребята. Чем выше уровень, тем, соответственно, лучше будут у нас уровни. Так, если я соединю. Он 2-звездочный, но я не знаю, поможет ли мне как-то... Если мы поставим с тобой хотя бы чуть-чуть подальше наших лучников. Так, о! Блин, нас как-то маловато. Как-то маловато нас. Ну-ка, давай рискнем вот так вот. Я всю надежду, ребят, на лучников на наших возлагаю. Ну ты посмотри, у него что, не удар? Тут... О, мамонт. Ё-моё, ребята. Тынч. Тынч.
Нет, ребята, это... Ну, это просто какая-то имба. Как быть-то? Вот скажи мне, как там быть? Он выносит. Просто всех, любого выносит ему по барабану. Есть только купить, а купить-то мне хватит денежек. Купить. Дай сюда, пожалуйста, сколько там у нас. Вот здесь вот, для чего вот здесь вот, ребята, горит восклицательный знак? По идее, я что-то должен получить. Бесплатно деньги. Может быть, вот это вот они обозначают, да? Типа, глянь рекламку, и будет тебе счастье. А если я не хочу смотреть вашу рекламу? Вот не хочу, и все. Так, тут у нас... Ага, вот если ты покупаешь випку, то вот такие ребята у тебя будут возможности. Ну, естественно, я этим заниматься не буду. Блин, я не знаю, еще разок попробовать. Ну, это трэш. Какой-то трэшняк просто галимый. Как тут? Я не знаю, я ума не приложу, ребят. Просто смотри, тыч, что у него, вот это только выдерживает два удара, и все, ребята, и дальше он бежит психом, психом, я даже не могу. Ну что ж, друзья мои, будем тогда на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, и до новых скорых видосиков. Удачи вам!